когда наше сердце открыто прекрасному, то везде вокруг, над нами, под нами, в нашем сердце и в людях вокруг мы можем видеть красоту. А следующая песня называется «If I Were Water». Это такая песня-фантазия, рассуждение, размышление о том, как было бы прекрасно, если я была бы водой. Thank you.
You know the following theme.
Thank you.
Джек. Это была песня про музыку. Thank you.
следующей песне более философская концепция, потому что это песня про ребенка внутри нас, про наш внутренний мир. И эта песня называется «Ребенок перед зеркалом». Что он видит обычно там? Он видит свое отражение, свою улыбку, свои глаза, но также он должен помнить о том, что есть что-то, что не может отразиться в зеркале, но что-то, что вмещает в себя целый мир, что-то, что подарили ему когда-то давным-давно, и он должен принести эту божественную частицу, сохранив ее в любви и в радости. A child in front of the mirror. Thank you.
as soon as possible. Do you wanna know my dreams? Long.
отлично, как будто прям 2 недели репетировали. Валерия Степановна. Only you went through the skin.
нашим, что вы вошли в него, добавили туда своего тепла, своего участия. И мы надеемся, что на это короткое время мы с вами были такой единой семьей. Поэтому завершим мы сегодняшний концерт песней, которая называется «Семья». Thank you.
жизни, которую мы сыграем вам, она совсем свежая. Наверное, я не совру, если скажу, что мы первый или там первый с половинкой раз будем играть ее. Это песня о том, что когда твое сердце разбито, тебе кажется, что время идет очень-очень медленно. Жизнь кажется холодной, и ты думаешь, что ты не знаешь, что делать. Но именно в это время ты можешь услышать, как ветер разговаривает с деревьями, как облака улыбаются городу, в котором ты живешь. И это самое подходящее время, чтобы сделать маленькую паузу, чтобы совершить маленький шажок, чтобы сотворить маленькую молитву и сказать спасибо. Следующий концерт будет носить праздничный оттенок.
Потому что мы будем отмечать 30 лет. Солистки! Это будет 17 июля здесь. Приходите.